Езда по утрамбованному снегу и уж тем более по льду – дело рискованное. Тем не менее, именно виражи на скользкой трассе могут подарить ни с чем не сравнимые ощущения. Массу адреналина смогли впрыснуть в кровь участники специального тест-драйва автомобилей Toyota, который в минувшие выходные прошел на городском ипподроме. RAV4, Prado, Hilux, Highlander и Land Cruiser 200 – всего 5 автомобилей. А вот желающих сесть за руль оказалось в разы больше. Регистрация участников началась задолго до начала гонки. Мы планируем занять первое место и победить в этих соревнованиях. В каждом экипаже по 2 человека. В процессе прохождения трассы за рулем успели побывать оба. Машина понравилась, в принципе, и трасса тоже очень понравилась. То есть машина себя ведет очень хорошо, устойчиво. Сначала гонщики осторожничали. Все-таки трасса незнакомая, да и машина не своя. Но жажда экстрима взяла свое. Хотелось, чтобы так повертеться на машине, чтобы зад повилял, вот такое что-то хотелось. Попробовал, получилось вроде. Опять на ровную позицию выходит хорошо, ровно едет. Никаких препятствий нет для машины. Адреналин вообще до сих пор трясет. А для кого-то эти соревнования стали поводом для принятия серьезного решения. Prado вообще супер, это наша практически будущая покупка, надеемся. Вот, ощущения отличные. 3 лучших экипажа по итогам гонки в режиме тест-драйва получат призы. Их пригласят на церемонию награждения, которая состоится в Toyota-центре в эту среду. Полина Осадчая, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.